Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, соскочила. Ой, сегодня воскресенье. В общем, думали, что делать с этой курткой. Штаны огромные. Женечка вот уже одета красивенько. В общем, решили мы... Да, Томочка у нас... А я в перчатках призвалечка. Забыла? Да. Ну, ладно. В общем, Томочка у нас уснула. Баня уже затоплена. И мы решили... Смотаемся мы в Боготол и попробуем поменять куртку на вот опять на такую же. Если мы найдем такой же размер. Потому что вот эта куртка, вот этот костюм, он очень качественно шит. Штаны очень удобные. И внутри все так хорошо сделано. А это, ну такие штаны широкие. Саня, ну неудобно вообще. Вот как ребенок будет в садик ходить? Но... Будет ребенок только мучиться. Да, будет мучиться. Куртка нормальная. Вот куртка нормальная. Ну штаны никак. Вот она. Да, одета сейчас у нас в старенькой курточке. Ну, куртка тоже хорошая. По идее, можно было бы ходить. Ну, как-то знаете, один ребенок в новом, а в другой в это. В общем, будет у нас эта куртка гулять. А новую мы сейчас поменяем. Ну и нормально все, Томочка спит. Детей попросила. У нас в подполье картошка совсем перерастает. Ну, эти выросли. Как они называются, пап? Да. А я знаю, почему ты меня взяла, Женя. Почему? Потому что ты мне будешь применять куртку. А ты, ворона? А, Саня, ты опять очки не взяла? Ох, папка увидит, будет ругаться. Ох, папка нас ругает. Не будет? Ну, я... Не надо под ноги. Вы что, новую вещь под ноги кидаете? Это дети. Папа. Ура. Папа его туда положил. Что тут, папа? Мама. А вот эта штучка зачем? Чтоб вкусно пахло. Поедем съездим. Надо будет еще заехать. На обратном пути уже приедем, поголосуем. Надо проголосовать. Обменяли, в общем, мы костюм. Все равно штанишки, конечно, есть, смотрю, большеватые. Ну, ничего не сделаешь. Уже не 116 размер, но у нее ноги длинные. У Саши 110. И ну, подкасаем оленечко. И все. В других костюмах штаны широкие, а в этих нормальные. Будут такие у меня бегать. Ой, насколько Саня ниже. Ну, насколько Саня ниже. Пойдемте на... Зайдем, посмотрим в продуктах Несквик. Да, вчера мы были в магазине, не было Несквика. А дети сегодня что было, там все подъели. И вдруг привезли. Пройдем? Ну как-нибудь будем идти. Ну за папой идите, дочь. Маша, такой большой паровоз, много колес. Дети тут сидят, о выборах рассуждают. За кого бы вы голосовали, дочь? Саша, давай лучше мальчика выберем, потому что он девочек защищает. Не знаю, не... На, пап, там посмотри, кого-нибудь снимаю, нет? Серёдку. Нет, Женька, Кали. Женька? Они говорят, давайте за Ксюшу проголосуем. Нет, за мальчика. Да? Она же девочка, говорит. Я говорю, ну вот вырастите за Ксюшу, голосуйте. А голосовать как? Ну, сейчас вот мы приедем. Мы тут остановились на переезде. Сейчас паспорта с собой. Офигеть, какой длинный поезд. Да, как раз заедем, проголосуем. Ты знаешь, куда заворачивает туда? Не будем говорить, за кого будем голосовать. Но у нас голоса разделились 50 на 50. Не, не 50 на 50. Вся семья за одного, а я вообще за другого. Дебаты у нас были по утрам. Готовься, за чашкой кофе. Готовься, папочка, скоро поедем. Ума, это такие ворота? Шлагбаум называется это, доча. Да? Да, да. Поезд едет, а машины стоят?
Конечно, иначе будет очень страшная авария. И стекла разобьются. Ладно бы, если только стекла. И будет капец. Угу. Ты еще снимаешь? Да. Хотела Несквик купить. Зашла в магазин, нету Несквика. Можно просто в Тукете купить. Ну, у нас, я не знаю, есть где, нет, но в два раза дороже. Настёна картошку перебирает. Сильно большие ростки. Дети подземелья! Настёна! Там всего 5 мешков у нас. Вот. Томочка поспала, дети ее покормили. Ты кушала? Тебе конфетку дали, да? Умница моя. Угу. А вы сразу дела свои доделывать? Санечка, сними кофточку, доченька. Переписываете, что ли? Не переписываем. Пишем. За неделю одежду сюда напихали. Завтра в садик уйдут, я тут все переберу, все постираю. Не вот. Подглядывать, мамуля. Потому что... А что ты делаешь, дочь? Нельзя подглядывать взрослым, угу. Как дети пишут. Это... Хорошо, эта книжка еще Настина. Очень хорошая книжка, ладушки. Дарина! Я уже, по-моему, говорила один раз. Это Томкина. А, я вообще что, камеру-то взяла? Памяти-то нету совсем. Купила я колготки. Вчера ездили. Все равно, сколько не езди, все равно, что туда забудешь. Взяла колготки. Ну, вот эти, наверное, будут большие, Настя, 4. Ну, не было. Только 2 одна была. Кое-как нашла тут 3 Насти. Взяла 2 творога. Хочу какие-нибудь то ли блинчики, то ли оладушки такие сделать. Что-нибудь. Чокопайки девчонки взяли. Купила яблок, вчера не покупала. А вроде все. Еще что-то брала. Уже где-то убрали, наверное. Старая куртка. Больно топтала Дарина. Надо мыть теперь. Сегодня я решила схитрить. Сегодня я сварила только борщ. Целую большую кастрюлю. Если я варю первое и второе, все. Или первое съедает, второе пропадает. На второй день уже никто есть не хочет. Или второе съедает, первое пропадает. В общем, только борщ. Ну, все едят. Золотой гребешок, маслина головушка, шелкова бородушка. Что ты рано встаешь? Зачем громко поешь? Детям спать не даешь. Я слышу, Настен, тут громко читай. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку? Брашка сладенькая, кашка масленькая. Свинья в огороде овес толчет. А курочка на дворе песенки поет. Саша. Чего? Уже ручку немножко неправильно держишь. Посмотри, как у тебя... Сидит белка на тележке. Как хочешь. Подает она орешки. А где Женька? Лисички, сестрички в туалете сидит. Воробью, синички. Ну-ка вылезешь в туалет. Мишки толстопятому, заньки усатому. Кому платок, кому забор. А я думала, ты там с телефоном от Томки спряталась. Ой, дорывают книжку красивую, дети. Идет коза, ну, зато таскают. Идет коза бородатая за малыми хорошая девчатами. Ножками топ-топ, глазками хлоп. Что, мамка сегодня хитрила? Кроме борща ничего не приготовила, да? Ой, все борщ кушают. А завтра, чтобы делала кашу и пельмени. Ну, конечно, деловые. Завтра делаем такой же. Угу. Завтра будем делать пельмени. Да. Сегодня Вася ездил, искал по поселку у нас свеклу, не нашел. В общем, полезли в под... Свекла померзла, но одну, в общем, нашли. Там надо еще поковырять, может, еще есть, да? Свекла. В общем, пришлось сварить.
Надо, наверное, у людей у кого-то покупать, потому что в магазинах свеклу не продают. Морковка, лук есть, а свеклы нет. Ну ладно, приятного аппетита. Спасибо. Вот так мамка вас и приучит кушать, да? И борщ, и щи, и все остальное. Это не борщ получилось, это не щи получилось. А что это? Борщ. Борщ, правильно. Мама, приятного аппетита. Завтра щи. Шагун Абакарова. Попросила сестра Шагун Абакаровой, Саният Абакарова, поздравить свою сестру Шагун с днем рождения. У нее сегодня 19 марта исполнилось 19 лет. Мы поздравляем тебя, Шагун. Имена такие красивые. Саният, Шагун. Желаю тебе счастья, здоровья во всем, чтобы тебе везло и только радостных дней в жизни. Еще раз с днем рождения. 19 лет – это прекрасный возраст. Во всем успехов. До свидания. До свидания.